Вот, Наташа Киселева просто замечательно, что она сказала о тех вещах, которые вы просто во мне бурлили. Это по поводу, прежде всего, но это важно, что все три пьесы написали молодые девушки, и в каждой из пьес главный конфликт — это все-таки между дочки матери, дочки, внучки, бабушки и так далее, потому что если говорить об этом серьезно, то трагического в этих отношениях невероятно много. Это можно потратить целый день, если разбирать это на самом деле. Вот женщинам невероятно близко, потому что истоков там очень много, от женской ревности, не только глухоты друг к другу, просто есть огромные стереотипы отношений взрослых к молодым, когда, вспоминаете, ты поела, значит, вот штаны надела, вот это ты сделала. Это то, что каждая мать делает, и вроде бы из самого доброго чувства. А главные вещи – поговорить, пропускаются. Марина Брусникина, тоже женщина, в смысле женщина-режиссер, я имею в виду, что тоже очень важно, потому что она очень тонко тоже чувствует эти вещи, естественно, но она уже человек другого поколения, она как бы между юными и взрослыми, зрелыми. И поэтому у нее оптика еще шире. Вот. Она прекрасно слышит, девочки-драматурги прекрасно слышат время. Сам зачем спектакль с этими, да, с телефонами, звук постоянных смс-ок или скайпа и так далее. Конечно, это наша среда невероятная. Это как если десятки лет тому назад говорили, как о находке, о Петрушевской, которая, значит, у нее магнитофонная речь, что она слышит, да, очень современные вещи, то здесь это время гаджета, это музыка гаджета. Конечно, она разлучает людей, вообще мы правда перестаем слышать друг друга и заменяем, вспомните, диалог между сестрой и братом. Это же все на междометии. Все на междометии. И это правда. Это стиль СМС. Еще ко всему прочему. Про музыкальность – точная вещь. Потому что какими скупыми средствами? Практически одним инструментом создана музыкальная среда. Но я очень согласна с тем, что музыкальность возникает не только от текста, а от некой такой выверенности пауз, вдруг почти в рэповом, да, стиле сказанном огромном массиве текста вот девочки в первой, а потом молчание. Как это сделано тонко и правда ощущение музыкального спектакля. А вообще, прежде всего, я хотела начать с того, что какой, простите меня, кайф, когда ты видишь суперпрофессиональный театр. Мы все говорим о деталях, мы все вспоминаем того же во второй части мужа. Казалось бы, что там у него? А мы наблюдаем за всеми микродвижениями, за выражением его глаз, за его микрореакциями. И правда ведь глаз не оторвать? И так за каждым. Ни одной пустой секунды, ни одной. Профессионализм в том, как мгновенно могут превращаться из одного образа в другой актрисы. Как девочка, которая сняла шапочку в первой части, она же играет мать. Как это? Прыгнуть мгновенно в другой возраст, в другое состояние. Это все профессиональные вещи. Оформление.
такое лаконичное, из ничего сделанное. Но я его забыть не могу. А почему? Придуман вот этот вот диван. Такое ощущение, длинный диван. Такое ощущение, что просто стенки квартир убраны. Потому что в каждой из клеточек наших квартир этот диван, на котором все в основном и происходит, да, и это уже не разделяет, это объединяет нас, не разъединяет, объединяет. Мы все на этом диване. Спим, разговариваем, любим и так далее, и так далее, и так далее. Все многозначно, все многозначно. И сбоку старенький торшер из другой жизни. И окно, в котором время сменяет одно другое, зима, весну, весна, лето. И об этом все время, вот ничего говорю, нет такого.